Дорогие друзья, здравствуйте! Я представляю школу машинного вязания Лоррейн Вулхард, а также торговую марку Лоррейн Вулхард. Знаете, у тех, кто только что приобрел вязальную машину, либо у тех, кто приобрел ее давно, либо она досталась по наследству, в подарок, как угодно, рано или поздно встает вопрос о том, что вроде бы машина есть, она должна вязать, но не вяжется так, как хочется. И встает вопрос, какую же школу машинного вязания, какие же курсы выбрать и как вообще научиться хорошо ею владеть. Сегодня я вам решила рассказать, почему вам стоит выбрать именно нашу школу машинного вязания, именно школу машинного вязания Лоррейн Вулхард. Для начала небольшое вот такое вот отступление. Знаете, иногда мне задают вопрос, а сколько лет вы вяжете? На самом деле это вообще не имеет никакого значения, кто сколько лет вяжет. Но если уже говорить о том, сколько лет я вяжу, вяжу я в целом 38 лет. Почему я сказала, что это не имеет ровным счетом никакого значения? Ну вот давайте представим женщину. У нас есть дети, зачастую у женщин постарше есть внуки, есть семьи, и чем мы занимаемся практически ежедневно? Все мы практически ежедневно занимаемся приготовлением еды. Делает ли это нас шеф-поварами? Отнюдь нет. Мы можем готовить хоть 70 лет, и при этом готовить плохо. При этом делая это ежедневно. И кто-то из вас спросит, при чем тут вязание и приготовление еды? Мы можем вязать абсолютно любое количество лет, десятилетий. Это не делает нас хорошими мастерами. Итак, почему же я смело берусь утверждать о том, что наша школа машинного вязания лучшая? Наши платные уроки, наши платные курсы, наши платные занятия не включают в себя материал, который вы можете взять из инструкции к вязальной машине. Наши видеоматериалы не являются видеоинструкциями к вязальной машине, если только не считать наши бесплатные мастер-классы. Наши платные занятия не включают в себя информацию, которую вы можете найти в книгах, учебниках, журналах по вязанию. Наши платные занятия включают в себя материалы, технологии, техники, которые вы можете встретить только у нас. И даже если вам кажется, что вы знаете все, то на каждом нашем занятии, включая занятия для совсем новичков, вы обязательно узнаете для себя что-то новое, чего вы до этого не знали. Я считаю, что каждый, кто собирается учиться вязать на вязальной машине, должен поставить для себя цели и задачи, для чего и каких результатов он хочет достичь. Хотите ли вы научиться только лишь вводить кареткой слева направо, справа налево и знать функцию всех кнопок? Хотите ли вы научиться вязать простые, базовые вещи, и больше вам не нужно? Либо вы хотите научиться вязать шикарные изделия, которые с достоинством и шиком пополнят ваш гардероб, гардероб ваших близких и гардероб ваших возможных заказчиков и покупателей. Если последнему варианту и последняя цель – это ваша цель, тогда вам к нам. Наша школа уже с первых занятий, уже с первого месяца обучения учит вязать взрослые, серьезные изделия по вашим индивидуальным меркам. Начиная с первых занятий, мы учимся строить выкрой на собственную фигуру, какой бы при этом сложной она ни была. И, на мой взгляд, это очень важно для тех, кто хочет создавать одежду, потому что все мы разные. Нравится нам это или нет, но очень мало кто из нас подходит под стандарты. У каждой из нас свои достоинства, которые стоит и нужно выгодно подчеркнуть одеждой, которую мы носим. И
Мы этому учим с первых наших занятий. Наш девиз: изделие начинается с изнанки. Для того, чтобы провести для себя ассоциацию, представьте, что вы пришли в магазин. Что вы предпочитаете покупать? Дешевую одежду, неважно, как она выполнена или как она сшита, и неважно, из каких она материалов, либо хорошую, добротную одежду, которая хорошо выглядит как изнутри, так и снаружи. Одежду, в которую вы будете с удовольствием ходить и при этом здорово себя чувствовать. Наша школа очень внимательно относится к своим ученикам. Именно поэтому, несмотря на то, что в нашей школе есть программа, она может гибко изменяться в зависимости от успеваемости группы. Несмотря на то, что у нас по большей части это групповое обучение, тем не менее мы ориентируемся на усвоение материала 50% группы. И, исходя из этого, корректируем обучение. Благодаря чему и достигается действительно хорошее выполнение работы, блестящее выполнение работы нашими учениками. Наша школа обучает навыкам вязания не на примере образцов, а на примере изделий. Все приемы и технологии, которые мы обучаем применительно на выполнении модели. Знаете, многим кажется, что наши мастер-классы учат связать эту модель. Это совсем не так. Мы предлагаем освоить определенные навыки и технологии вязаного изделия на примере модели, применительно к модели, для того, чтобы вы увидели, как выполнить вот такую планку и где, например, она может быть применима. И поэтому я плавно перехожу к следующему, потому что наша школа еще и учит своих учеников творчеству. Уже с первого месяца обучения у наших учеников не только пополняется счастливый собственный гардероб и гардероб их семьи, но и также постепенно, кирпич за кирпичиком, пополняются навыки. Это происходит легко, понятно и незаметно. И в нашей школе разработана методика плавной и понятной подачи информации. Если многим кажется, что жесткий план обучения, когда вы точно знаете, что на этом уроке будет одно, на втором второе, на третьем третье, она эффективна, я смело берусь утверждать, что нет. Именно потому, что мне не все равно, как и чему учатся или научились мои ученики. Давайте возьмем например. Многие из нас мамы. Наши дети учатся в каких-то учебных заведениях, где есть четкий, жесткий план обучения. А теперь скажите мне, как часто мы прибегаем к услугам репетиторов, потому что наши дети не справляются с жесткой школьной программой. Предположим, ребенок не понял или часть класса не поняли этот учебный материал. Но в школе есть план. И учитель обязан на следующем уроке перейти к следующей теме и к следующему материалу, независимо от того, усвоили ученики предыдущий материал или нет. В итоге мы как мамы, если мы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы наши дети хорошо учились, прибегаем к чему? Совершенно верно, к помощи репетиторов. Именно поэтому в школе, нашей школе, машинного вязания Лоррейн Булхард нет жесткого плана. Есть план, что группа обучающихся должна освоить в процессе обучения. И группа это осваивает. И могу совершенно точно сказать, что на каждом нашем занятии группа осваивает гораздо больше, чем вкладывается в учебный план. Если же я чувствую, что
половина группы тяжело справляется с материалом, мы можем изменить программу и повторить какие-то моменты. Возможно, преподать их иначе. Также в нашей школе мы учим работе с различными типами пряжи. С каждой пряжей мы работаем по-разному. А в зависимости от свойств пряжи мы по-разному ее отпариваем, мы по-разному ее вяжем, рассматриваем, из какой пряжи можно выполнить ту или иную модель. Наше изделие – это как часть нас. А как известно, человек должен быть прекрасен не только душой, но и телом. Так и одежда, созданная нами, которую мы носим, должна быть красивой. И по задумке, и по исполнению. Мы говорим, давайте создавать красивую, качественную одежду, ведь мы этого достойны. И мы вас можем научить создавать красивую и качественную одежду, причем в кратчайшие сроки. Вам стоит выбрать обучение в школе машинного вязания Лоррейн Вулхард еще и потому, что в нашей школе используется собственно разработанная технология построение выкроек. Это не технология, содранная из учебников. Это собственно разработанная технология, которая позволяет трикотажной одежде сидеть на нас хорошо, подчеркивать именно нашу индивидуальность, при этом украшая нас. И я приглашаю вас в школу машинного вязания Лоррейн Вулхард. Еще и потому, что наше обучение рассчитано не только на совсем начинающих, но и на тех, у кого уже есть навыки вязания. Причем абсолютно любые. Потому что наше обучение рассчитано на разные уровни владения машиной. О том, какие у нас есть обучающие курсы, вы можете узнать у меня лично по телефонам или реквизитам, указанным ниже под видео, в группах у наших сотрудников. Наши сотрудники с удовольствием ответят на любые ваши вопросы. Поэтому я приглашаю вас учиться вязать шикарно, шикарные вещи, ведь мы этого достойны.